Друзья, всем привет! С вами IT-Doc. Сегодня покажу, что делать, если вы забыли пароль Apple ID и как его сбросить. Рассмотрим вариант, когда у вас нет под рукой iPhone с активной учетной записью Apple ID. А если у вас есть iPhone и вы забыли пароль Apple ID, тогда это самый простой случай. Смотрите вот здесь, как сбросить пароль Apple ID прямо с iPhone. Перед тем, как начать, буду очень благодарен, если подпишетесь на мой канал и жмякайте на колокольчик. Да, ребята, заходите в наш Telegram, ссылку смотрите в описании. Здесь вы можете получить качественную консультацию, а также найдете много чего интересного, обещаю. Итак, как сбросить пароль Apple ID, если вы его забыли и если у вас нет под рукой iPhone? Для сброса нам понадобится компьютер с подключенным интернет. Важно помнить, что процесс сброса пароля Apple ID может немного различаться в зависимости от настроек безопасности учетной записи и доступных контактных данных. Ну что ж, сначала переходим на страницу сброса Apple ID. Ссылку ищите в описании. В появившейся форме указываем логин, то есть e-mail, к которому привязан Apple ID. Внизу вводим код с изображения и нажимаем «Продолжить». В этом окне выбираем «Я хочу сбросить пароль» и жмем «Продолжить». На следующем этапе выберите один из двух доступных вариантов – восстановление с помощью e-mail или при помощи контрольных вопросов. Если у вас была настроена двухфакторная аутентификация, мы также ее рассмотрим, но немного попозже. В первом случае на электронную почту придет письмо со ссылкой на страницу с формой для ввода нового пароля Apple ID. Сообщение от Apple может прийти на дополнительный или основной адрес электронной почты. Будьте внимательны. Также письмо может попасть в папку «Спам». Открываем сообщение и переходим по ссылке, чтобы сбросить пароль Apple ID. На открывшейся странице «Мой Apple ID» вводим новый пароль, а затем нажимаем кнопку «Сбросить пароль». Во втором случае нужно ввести дату рождения, указанную при регистрации, и ответить на два контрольных вопроса, после чего можно будет установить новый пароль Apple ID. Если у вас настроена двухфакторная аутентификация, ее можно использовать для сброса пароля Apple ID также. Для этого понадобится доступ к доверенному устройству. Переходим на страницу сброса Apple ID, ссылка та же, что мы использовали выше. Прописываем логин, вводим код с изображения и нажимаем «Продолжить». Вводим номер телефона, который используется для двухфакторной аутентификации, и нажимаем «Продолжить». На указанный номер телефона был повторно отправлен код. Вводим его. На открывшейся странице вводим дважды новый пароль. Внизу жмем «Продолжить». И вуаля! Пароль от Apple ID сброшен. Вот и все. Вот такими способами вы можете сбросить пароль Apple ID. Друзья, надеюсь, что я сумел вам помочь. Если у вас возникли какие-либо проблемы, заходите в наш телеграм-канал, буду рад пообщаться и помочь советом. Обязательно жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе. Ну и не забываем заценить видео лайком. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!